рецепт приготовления булочек с ванильным экстрактом, шоколадными чипсами и рисками. По этому рецепту у вас получится 8 булочек. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Разогреть духовку до 220 градусов, в небольшой миске взбить сливки, яйцо и ванильный экстракт, сливочное масло нарезать на кусочки, добавить муку, сахар, разрыхлить или соль в миску кухонного комбайна, перемешать ингредиенты 5 или 6 раз, добавить нарезанное сливочное масло и перемешать еще 5 или 6 раз, до тех пор, пока масло не измельчится. 2. Вложить эту смесь в большую миску и добавить шоколадные чипсы и нарезанные ириски, влить сливочную смесь и перемешать, пока не получится однородное тесто. 3. Вложить смесь на слегка посыпанную мукой поверхность и сформировать диск толщиной 2-5 см и диаметром 17-20 см с помощью острого ножа или резака для теста разрезать диск на 8 равных ломтиков. 4. Вложить ломтики на противень, выстеленный пергаментной бумагой или силиконовыми ковриками, слегка смазать булочки 1 столовой ложкой сливок и вложить сверху треть стакана ирисок, выпекать в течение 14-16 минут, до золотисто-коричневого цвета, дать остыть на противне, а затем остудить на стойке 5-10 минут перед подачей на стол, подавать теплыми. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Яйцо 1 штука, ванильный экстракт 2 чайных ложки, сахар 4 стакана, разрыхлитель 1 столовая ложка, соль 4 чайных ложки, холодное несоленое сливочное масло 5 столовых ложек, количество порций 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Люблю вас, друзья, жду снова.